Кто запулял? Я случайно, друзья. Ты гандон. Ты просто давай, тварь. По контролю. Да не надо. Давай. Он КД. Морду не можешь. Ты еще пищи. И типа он там один ролил, а ты ему за фуршель отдал. Хильте, пожалуйста, ревностный. Мне он нравится. Пизда, до свидания, псих. Нет, нам на этапы дождь кинули. Хорошо, вот. Хорош. Бля, ты хоть что-то танчишь? Нет. Мне опять в сабе. Контрольте. Что-нибудь спохильте, пожалуйста. Кулягри техомы. Давай я тут это сделаю. Кто на волшебном себе? Почему не прирпал 5-7, пишет, я отказал? В чем прикол? Зачем вы сагали на бог? Ну нет маги, умирали его на бог. Ну ты целить маги. Ты хили не уебывай, жалюки, мам. Ну умирай. Поставим вот этот темп его мага, но мне пишет, что нет этого темпа. Блин, опять в сабе. Дайте красную каплю, это волшебная красную капельку, дай, пожалуйста. На лошанца. Он дал мне фридом. Че за капля? Димон, хиль, Димон. Боже, 3 стака, где бабл? Бабл КД. Там есть протокол, холипал, который может пройти на фильм. Все, я в баблю, удачи всем. Да, я опять сап. Не волнуйся, это за фильм. Спасибо. Я вижу, что ты бабл. Успокаивает. Уменьшение физурона, так что не надо. Дайте каску, там просто баф нормальный, помогу. Сколько? 37, почти 3. Виталий, крит не ппс снова, мы опять прострали. Бля. Это вы на x5, что ли? Нет, тут. Хочешь с нами? Да, не, в пизду. У меня во втором окне хант качается. Ваня и Харфлер только на пульте, на меня толдрам. Некист, Харфлер тут. Волшебный побав, как нас такой. Ну, красок нет по рейду вообще. Не шаманок, не по краске. 2 минуты, рост еще. Давай я на толдраме дам рост, если... КП будет на толнерами. Я помогу каску. О. Инвентфил же ты, да? Пав крест по престам.
Анарду бафы от креста. Клёны, ты так... Сейчас я к лекарству налью. Чё ты кикнул? Не знаю, не отвечает. Понял. Чувак говорит? Подожди. Налей себе лекарство. Нету. Идите начинать. Звезда никогда не умер. Кто не стал звезду, тот идет в пизду, йоу. Наши силы едины! Вместе с поездом, да? Так, сейчас откатится рост сразу. Ваня, какой у тебя БПР был на воле? Так, давайте Талдорам. 35 фуал. Вихрь возле Талдорама. Бьем кружок, кинетик и квадрат. Квадрат опускается на землю. Во мне очень больше. Прикольно, кинетика откидывается. Давайте, кружочек. Кружочек, играйте. Это он за тапками заходил? Да. Кто? Нет, за тапками Холоко заходил. Не ивент. Кинетика. Ивент перед гнилом написал, что он в говно. Еле смотрит. На экран. По голосу какой-то не очень адекватный. Ой, блядь. Не, ну я не до, столько, не до такой степени. Забыл, да, Виталий? Я видел, что ты сделал. На анбафе ГП я тебе за такую херь. Чего сделал? Сзади кинетика, череп. Где ты? Я не вижу. Где ты, блядь? Катушка. Кинетика упала, значит, катушка Ваня, да? А мне зачем? Олега лучше. У него щита нету. То же самое. У меня меча нету. Я котом кинетику. Вы все видели? Да. Нет. Ну вырежу потом тех, кто им скинул. Перчатки. Надо сейчас все добавить. Таурен шаман. Я умер, спасибо. Спасибо, хилы. Паролем катуху. Да. Сандра. Таурен шаман, это вообще бесполезный класс просто. Я думал, там хотя бы орк. У меня первый шаман был тоже Таурен. Орк, а чем орк полезен? Ну там есть линк, то 5 мастерства. Я повая расовая. Таурен красивый просто, и чё? Так ты им танчить будешь, там хп, да? Не, они
него эмоция, танец прописываешь, прикольно. Добрый, ну там есть. Да, сейчас бы катушку с 12 ПР заберу. Ништяк. Так, кровавое кольцо лечения. На мэй. Ладно, на кому? Дима, что ты делаешь без кебабки на лоб? Да что вы стоите? Катушку смотришь? Надо маны купить, знаешь, маны. Ну да, мана типа... Там друиды есть. Тема есть. Чё, я ну вот и всё. Ну-ка, ещё посмотрю, сколько у тебя маны, подожди. Алло. 90% маны, привет, Джерюн. Что ты хотел, типа, у меня мобы контроль. Ну да, да. Алло, пацан, слышишь, что ли? Да слышно, слышно. Вы чекиснули, что ли, уже, а? Ну да, ты афкашил. Бля, я, короче, да пиздец, запил, закончилось просто, чё, бля. Блять! Прик пришел, Дим. Не, ну хорош уже. Хорош. Я АФК, Коля, танчи сам. А кого вы набираете просто? Пиздец, бля, вот это вы быстро. Пиздец, я так быстро не гонял еще, бля. Куда ты там гонял? За пивом, бля. За пивом. Двое про другое подумал, мне кажется. С утраниками, да? Ну, он твой друг, о чем еще там можно подумать? Ну давай тебя возьму в пати, да, то если ты здесь. Талик, бей мобу. Я тут всех поднимаю, вставайте. Дудипка, вставай. Щиток, отходи от рейда. Ты не умер. Не знаю, я добегу, мне один хер чинится. Я могу Дживса поставить. Уже не важно. Ну добежишь на ванной, да починишься. Топ рейд, просто топ. Ничего. Почему мы еще не вайпаемся? Носок вставай, интересно. Да вчера на сейчас... Гус словит какой-нибудь ПДК. Войд вставай. Ну да, можно, конечно, можно. Ну зачем они тебе там никуда не идут? Так, псих контролит звезду, Ваня, Жук, Явка, Лена, Квадрат, Ганчер, Чирик, Некист, Ромб, Слепсон, Крест, Фонарь. И бьем босса, блин. Бьем босса. Ну просто распилял мику, может, я его забыл. Может, это вообще какой-то, не знаю, когда видно будет. Видишь, как все четко вышло? Инвен, ты здесь, дружище? Да, бегу. Бежишь, да? Так я тебе ЕП накинул за посол, который пробивал с нами. Слушай, Инна, а у тебя случайно нет места? Не-не-не, я только за шамана. Шаман. А ты знаешь, что такое фанат? Чего-чего? Фанат. Кто? Я понял. Ничего. Почему 750 умножить? Еп, блядь, x2 рейд. Инвент, а сколько у тебя было мальчиков в жизни? Чё было? Мальчиков в жизни. Мальчиков? Да. Еп. Это гей, не отвечаю. Он гей.
смешно было. Я смеялся от смеха этого пацана. Потому что ты гейм, это... Давайте попробуем убить этого босса. Мы всегда пробуем, вот вчера попробовали, 6 часов убивали. Джерри на рыбу, да? Ты рыбу поставил, если рыбу. Будьте добры раздать палабафы по рыбе. Там, Виталик, надо еще 5 рыб таких поставить. Нет, ну, то есть... Волшебно, будьте добры, Аспа. Давайте как старые добрые времена. Здорово, что? Рейды. Вежливые рейды. Ты не кажется палево какой-то? Вежливый? Немного. Ча, подожди, Бибо, пожалуйста, минутку. Я прицеплюсь за тебя-нибудь. Уважаемый, я готов. Уважаемый разбойник. Это, дайте лапу, пожалуйста. Я бахнул уже. Все, все готовы. Ты умер, Виталик. Это было неразумное решение. Все, я в какой-то. Ну потом дам. Бля, Коля, да? Лови босса. Давайте в центр сбегайте просто. Не видно наши. Ты видел, Виталик, как я улетел? Нет, я тут, я забил так. Кидай ему, да. Что ты делаешь с маной? 20% босса только прошло. Смотри на хпс и посмотри, кто хилит. Я могу не хилить вообще, я сдохну. Давай. Давай скрипнем с полипала, я буду гоню тебя. После этого босса потестишь. Бегайте с парком. Не знаю, по-моему, там Монар на тебя догоняет. Меня не подавали. Почему? Резать этого урода. Эти сакты там. Что такое, дверь не справил? Давайте с папкой сбегайтесь. К шаману сбегайтесь. О, красота. Так, чё? Сектор газа глиба. Сейчас наш сакр на сверху. Где щиток засекать, не заспорожди ему. Когда скрипа ты пишешь. Сейчас он взлетит, а ты дура. Все, давай, идем на хп. Давай, сакр. Дистанцию набирайте, полипал, Иршан, не стойте в одной точке. Так, она спускается, я поднимаюсь. Сейчас. Давайте, смотрим, поднимайтесь. Носок. Давайте, пожалуйста. Просто реакции у некоторых ребят не хватает, все ровно делать. Прицепись, Виталик. И теперь фаер-тролл уже. А талисман нужен? Да ну, колье лучше, чем талисман. Ебать. Да он чуть-чуть только лучше, блядь, чем здесь Игера. Да колье ты хер выбьешь, блядь, талисман падает. И брат его ебать, нахуй, оно ДПС особо не даст. Так, брат, я тебя кусаю. Кусай меня, чё? Поздняк. Ну, успеем. Давай. Стоп,
Что рейд приседает, Джерри, он не тащит мотор. Дрочите, пацаны, 21к просто есть. Да это все потому, что я тебя укусил. Ты в рейде, блядь, что ты там ешь? Писаешь, молодец. Давайте похлопаем. Так. А, смотри, не 21к, ты обманул меня. Ваня неправильный, вот правильно. Да не, все, все, поздно уже. Ну, это поглощение, где исцеление поглощения. Так, на мейн. Калия на мейн надо кому-то? Бесполезный калия, который никто не ролит. Ладно. О, а дай мне, я погоняю с ней. Нихера себе, Волонир 3К лупанул, что ли? На, покоритель. Да не, я на себя один. Так. Ты его багаешь? Сенсимилия выше. Так. Все, осталось 3 босса, наконец-то. Самое тяжелое позади. Бля, в соло, если что, я отойду. Не-не-не. Таргарин, спекайся в ГДК, поможешь потанчить. Вот эту птичку не трогайте. Звездочка. Подождите, меня видите. У кого есть там ты спрятаешь? Псих, ты тут? Таргарин, ты спекнулся? Таргарин спекнулся. Все, погнали так пока. Два БДК еще можно. Обнажите клинки, соратники! Давай, Морган, кидай ролл. Я после тебя кину. Лучше умереть сейчас, чем опять собирать реагенты. Побить в ястреба, да? Да не, уже не важно. Не а нахуя? Не знаю, как прикольно. Так, ложу. Модерат РДД. Но ты оказался предателем. Арлон Гул, сейчас рэсну. Встречай свою вторую смерть! Ого, чё за хуйня? Подожди, я буду танк рэснуть. Вставай, Таргарин. Давайте бафы по ДК, по вару и по роуте заново. Все делаем. Все, бейте. Смотрите, бейте только метки. Не бейте вот эти птиц, остальное трэш. Не надо ничего больше бить. РДД, когда будете встречать, когда он сменится. Милик, идите. Так, РДД, РДД, звезду, ну и типа. Захилят сейчас. Бейте быстрее звезду.
наверное, типа зафиксировать. Я тут, если что. Бейте кнопку, он с ума не крашит. Ебать, кто так приморозил, блин. Это я. А ты мог как раньше, никогда не ко мне подойдут. Не, ну просто они мне уже пизды начали давать, так как я их изначально кайтил просто. Поднимите людей, маны нет. Не агрите дальше. Хилов нет маны. Где будет? Буду дипка. Слышишь, спой гимна ману. РДД, бейте звезду. Не мог дотянуться до верхней полки. И милики по сути могут его убить. Он же один, блядь. Я тут. Хуй сос. Спасибо. Давай, сон. Да, давай, сон. Я похилю. Я могу зайти. Я могу в танк. А у тебя ребро нет? Нет, у меня есть. Мишка. Тут кольцо на мейн спек, Славка стиролит кто-то. На мейн. Зайти на дыры до хила или не надо? А ты демон? Ну я не демон, демон, я африк вообще. Тут много. Ты из ДЦ на рейде, все остальные по порталам. Кто? Ты из ДЦ, это кто? Я. Ну ты из ДЦ на рейде, а все остальные по порталам. Не, мне отойти надо. Я не выходил вообще. Тогда один ДЦ на рейде. Или отходи сейчас. Сейчас прибудет ее подкрепление. Да сейчас я зайду за хила. Зачем? Ну, зачем КДС так орешь? Да мне КД не жалко, его тем более послезавтра, по-моему, скидываю. А завтра, я понимаю, пока никто сыграть не будет. Я буду сыграть. Ну, ты меня все равно друидом не возьмешь. Возьму. У меня он слабо одетый. Возьму. Я не собираюсь позвониться, поэтому... Ну, Альфу-то я похилить могу. Лед пофармить. Ну, это тоже, кстати, как вариант. А кто такой крест есть? Это получается только репауэш. И все, да? Давай, пати, я пошел. Ну ты тогда рот похилишь. У нас тихо. Сектор газа. Вы на комале. А валит. Что я наделал? Нет! Так. Ченс. Келет Вальку, Хатай, Снапсон, Викс, Рейд.
Че ты мне прикинул? Знаю, случайно. Сенсимилия пишет: запускай, без меня Таргарин потанчит. Ну а кто еще, блять, потанчит? Клёна, наверное, да? Ничего нет. Сможешь потанчить, трэш? Две стороны. Там же этот самый плотик в холика спекнулся. Ну Клёна, сможешь потанчить? Правда, я буду. Все, Клёна справа, Таргарин слева. Чек на пул. Летайте за звезду. Звезда. А дайте каску под ДК. И дайте под рейду тоже каску человеческую МП5, пожалуйста. Волшебная, давай этот каску давай. Полноценная какая-то каска. Так, я смотрю, на хилах есть каски на танках тоже. Пойдите запускать. И каску под рейдом еще. Чужаки ворвались во внутренний покой. Каску под рейдом, да, и все, и можешь дамажить. Пусть останутся лишь кости и прах для воскрешения. И зачем нам три танка? Войд команду, иначе мы здесь вайпнемся. Так, слева и справа, снизу войды вышли. Бьем войды. Да ладно, мне больше на психов похоже. Это бомжи. Бомжей ДК вызывает. Войд 1, Войд 2, Войд 3, вон они прям так и называют. Злой. Че? Добрый. Пиздуй ниже канал. Ну, ты пойдешь? Да, да, да. ГЦ, Димон. Наверное, пацаны слева заебались уже в два БДК танчить, да? Битвы за Азерот. Не предлагали тебе
твоей графикой. А еще одни минуты ходят. Это вой, дай НРХТ, пожалуйста. У него же мана садится. Силы возвращаются ко мне. Герои еще немного. После следующих раздавайте и захиливайте. Да, поможи совсем. Почему вы летаете как гонка? Это же начинать с центра. Это и номер ТП. Лонгур это не этот. Блять, как его? Сова. Да. Что меня Джерин по хилу делал? Обидно. Ты не сделаешь у меня по хп, у меня талант пробуждения древних, ты его никак не перехилишь. Главное, что другого хулипала сделал. Все. У меня хилят 20. ХП сканите, пожалуйста, кто не был в потом. Хорош. Скрин. На вов можно? Да. У меня просто холибал не холовый, тебе повезло. Да не перехилю с пробуждения древних. Хоть ты там рыгай, там не знаю. Хоть ты ГКД себе убери, ты не перехилишь. Блин, знаю человека, который перехилит. Давай, кто это? Игрушка. Нет, он не перехилит. А что такого в игрушке? Он хилит лучше тебя. Сомневался. Не перехилит никто талант пробуждения древних. Никто. На тапке, на майн кому-то надо. На ов. Колье. На ов. Наверное, не надо, медведя. Точно. Ну. Не, ну вагоны берут. Че, пойдем еще раз, Виталик? Сколько мы уже в городе сидим? Час 43. Ощущение, что часа 3. Ну, вчера 6 часов посидел. Вообще заебись. Отойти на пару минут надо. Тоже получается плохо. И я отойду. Они должны прорваться к Синдракосе! Скорей! Остановите их! Yeah.
морозь. Покайте их еще 10 секунд у меня, когда звездопад. Это меня слышно? 1-2, 1-2. Да, тебе слышно. Мне за Лока заходить или на хиле все еще сидеть? Давай, ладно, оставайся на лост, на Эрдру. Пять хилов, пойдем, Лестенс тоже с Холи Пали побудет. Злой. Ты тут злой. Почему? Почему им в хули палили? Я знаю, что тебе надо, это фигня злой. Ну смотри, все просто. У нас 4 хила сейчас без тебя. А мы не захилим 4 хила. Анарда, Слепон, Лик, Странга. А где четвертый? Ну, Хатай будет четвертым. Эрдру. А, он 4-4. Да я захилил. Ну мы так. Давай спекнешься в Холипала, а Таргарин в БДК, в БДК пойдем. Хорошо. Может, Лок пойдет на Лока? Хотя ты прав, 4.3 это как я, то же самое, 4.2. О, я уже 4.2. Почему Казян до сих пор на меня агрится? Не знаю, может, он пьяный. Блин. Ты же мне написал, кто я. Запарил. Удел!
тотемы. Так уже пофиг на тотемы. Тотемы убирались раньше из-за того, что если на них агрится Синдра, она взлетала назад. А если тотемов нет, то она оставалась на платформе. Вот для чего раньше убирались тотемы, если что. Спасибо, Виталик. Пожалуйста. Давай тогда катай на этого, на Лока. Блин, ну ладно, сейчас. Блин, мы сейчас частицы будем друг друга сбивать. Не будете. На милика какого-то кинь. Подожди, они... Две частицы повесятся? Да. Кинь на кардон, да. Не прогадаешь просто. Кинь на рогу, хиль рогу частицы. Да две частицы повесятся, блядь. Разница, лучше кинуть на рогу частицу, потому что рога выгоднее, потому что он стакает, и у него хп убирается. Рога завязает кош. Так, а потом мы мечами завязали. О, да, этот завязает. Частицы стакаются, все нормально. Ну, каску шаманам, дайте каску шаману. Есть у кого-то желтый сокет один? Даже не так. Есть у кого-то ювелирка? С сокетом на 20 интеллекта. Так, Слипсон, ты зайдешь? Так я тут. Так что ты мертвый. Во, Дуди Типка. Где ты, Дуди Типка? Нет. Сделай 20 интеллекта, сверкающий царский интарь. Что Дилда со мной разговаривает? Спасибо. Это кому СС дать? Блин, да я не знаю даже. Как целка не раз. Куда ты не хочешь? Фанарды не делай сейчас. Давайте фулл баф по рейду, кресты баф на 60 минут. Кресты. Что там еще будет? Минуты 5 помогут. На меня-то зачем кинул СС? Просто... Ты сказал, на кого хочешь кидать. Это просто это сейчас было. Ну, по 5 по крестам и лапус не то. А Юр, ты тут? Да, тут. Ну все, все готово. Кайфить. МП5 по шаману, по транка, по нарду. И по крестам. И лапу. Чё, мне кажется, это... Гудок сейчас выёбывается. Не ладно, сука. Глупцы! Зачем вы сюда явились? Ледяные ветра Норсколла унесут ваши души! Гудок уже приготовил 8 записей, чтобы включить, как то увидишь, что талисмана нету в басе. Сичара. Так, магия бессильна, значит, да? Ну, вот зачем вагоны вредят. Так, утяжка сейчас... Беги, малышка, беги! Вы чувствуете, как... Не подремайте, Ганчера, Зевис. Трепещите, мертвые! Ибо ваша щелкая магия... Демон, да? Теперь здесь ваше вторжение не окончится! 25 секунд, чтобы поборствовать. О, на мне метка, меня хилит, это мне мало хп. Напишите, пожалуйста, сам. Лево дефлип. Право далеко. Центр. Развивать.
ваша жалкая магия теперь бессильна! Ого. Жесть, тебе как раз 2,2 секунды. Беги, малышка, беги! Каст цепухи 2,2 у тебя, это жесть. Вы чувствуете, как ледяная ладонь смерти сжимает сердце? Блин, может, потому что у меня вообще не нормально. Не верю, у тебя есть нормальные штаны. Просто назначаешь руки. Просто назначаешь нормальные вещи и все. Я уже миллион раз говорил, прости, повторять не буду. У него там бейкву. Могу на кнопку поставить. Ну да, Пим, ты тут тоже есть, чё? Ништяк. Давайте дистанцию набирать. Это правда, что в больницах есть компьютерные клубы? Да. Да, есть и компьютерные клубы. Не знаю, что ты как за них переживаешь. Пацант, подбейте правый центральный. Между склепом слева. Сейчас будет фаза. Уже фаза. Если мы вайпнемся, то мы вайпнемся в кустах. Да, вахи, вахи, освобожденная магия. Теперь бессильно! Три. Три хила. Три хила. Три хила. Хорошо, три хила. Тяжко сейчас должна быть. Хуяк. Беги, малышка, беги! Шарфи, звезду быстрее. Вы чувствуете? Все, сейчас фаза начнется, смотри. Вот пришла фаза. Ставим звездочку. Так, а на одном хиле тут освобожденка. Кинь, давай в сторону. Одна освобожденка на хиле нормально, бейте сейчас. Слева пробивайте смотри. Следующий мет на 80. Таргарин, скиньте, дропани. Под босса. Там не очень. Клёна, поднимай Таргарина, метку не будет, сейчас натяжка будет. Магия. Вижу. Медугибка, давай гимн отхил. Войт, поднимай Таргарина, Нарда, под босса. Отбежали от Нарды. Экис, дай красную каплю на БДК. Все метки под боссом. Слипсон, давай гимн отхил. Кто хлопал? Хлопал. Транга под боссом. Транга под боссом. Давайте все гимн отхил. Истегрот, гимн отхил. Спокойно, все нормально. Войт, поднимай клёны. Встали в звёздочку, бейте склеп. Морден под босса, мелики в звезду. Что? Да хлопают, Олег. Почему вы хлопаете, сука? Инвент 7 старков. В рейде. Не? Не в рейде. Всё равно умер. Поэтру под босса. Захиливайте нахуй. Погибни! Это лайк. Морозь тереть, морозь. Я не эксперт, но мне кажется, это Джерри. Есть у кого-то рекаун? Транга, урон по союзникам. Фаертролль, посмотрите на фаертролля. ГЦ фаертролль. Ну, во-первых, я это ГЦ, стакал, молодец, блядь, да, на первой, да, фазе. Все, иди да, нахуй, урон. Да, рассказывай. Ну, тут просто метки не надо в сторону нанести было. Килов мало. Так. 185к по союзникам, молодец. Таня, есть там на вторую фазу посмотреть? Где ты посмотришь? Там, ну там есть у кого-то Феникс, Адон есть, наконец-то у меня забагался. Можно просто обнулить перед началом.
Ну это уже настроить не так. Нашли без боя. Но док не хуя, да? 6 тысяч. Ну давай травму пока накинем. Ну просто в сторону не надо, пусть скидывают всегда. Ну, первая метка, один хил только с освобожденной магии был, и рейд без стаков можно. Да какой назад. Хил, он, блядь, один не захилит нихера. Прикинь, 25 человек там, по 10 тысяч дамага в секунду. 3 секунды. Он никак это не захилит. Так это сказка для хилов просто. Ну, блядь. А один хил, а если этот Джерри, он с освобожденкой, пиздец. Мне ты напишешь, чтобы спеклоса попало. Потому что Таргарин не умеет танчить. А как Таргарин вообще умер? Да он забрал босса, когда на нем было 5 стан. Ну, когда вот первый метка в сторону, он пошел менять танка зачем-то. Может быть, Олег зайдет на нормального шамана и все? Ну давай так сейчас зайдем. Так, ты зачем? Кикнем он ганчер и просто сиди во втором окне этим шаманом. Ганчер, ты тут? Типа на одного шамана повесил освобожденка, ты другими хилишь, понял? Да, особенно этим хилишь. Ладно, сейчас зайду, подожди. Я спекусь сюда. Гарин, спекайся вон холика. Да он уже надет. Гарин, ДД, спекнись. Че, давай. Кто позже? Че? Давай. 3 секунды у тебя. ГС. Ты опять выиграл. Ганчер, поставь шкаф. Задержка у сервера кончена. 0-4, нихера себе, блядь. Тыкнуть. Олег, заходишь? А тут кому-то что-то, кому вообще ничего не надо на этом боссе, есть такие люди? Мне. Мне тоже, опа, кашет там. Ну, сектор газа можешь на одного босса, было рано, после два окна тут похили. Че? Рыбу даем? Нет, это не сектор газа, Ваня. Ты остаешься. Черт. Да черт. Хотел съебаться уже с конца. Сейчас все будет нормально. Так, вот это не того, это чек, но... Тыкните. О, а дай ему тоже сюда ассисты. Я уже дал. Спасибо. Так, вот рыба, кстати, тут есть. Ты шаман за бонус докачал? Не, просто... По гаюзу. В личном кабинете. Ну да, там 4 левела поднял, мне вот падло. До 75-го качать его. Сенсимиля, ты тут?
Все, тогда давайте спускаться. Все готовы. Лучше помочь не сдох. Почему у меня платье такое? Зачем вы сюда явились? Забавно. Буду сбивать щит Джериона. Он же его и так не мышкой вешает, ты прикинь. Два хила. Ну нормально, там это первый фон. С притяжкой я смотрю. По кайфу Боб. Это что? Каплю на Корда побыстрее, дружище. Че, Олег, тебя не слышно было? Говорю, каплю на Корда Боб. Сейчас я кину. Там у меня. Так, передай. Им мента не подойдет. Дымайте, он пьяненький, походу. Давайте метки вперед выносим. Так, забежали за спину, справа падают. Смотри, справа вас сзади. Тоже справа, только спереди. Будет гимн на ХП. Есть какой-то гимн без КД? Здоровье, где сдохнут. Я сплю. Все, подожди. Разбивайся. ВР без КД. КД. Так. Так, я не Фили, я не Джерион. Подожди, пока спадет Д2. Беги, малышка, беги! Залагал тоже еще один доход. Блин, так это я наверное. Сколько до фазы еще? 5 секунд. Друзья. Не, я имею в виду до второй. Слышь, пацаны, у меня вылетело. Я Гация. Через телефон зашел. Жесть, тебе голос школьный через телефон. Иди на. Все хилы, освобожден, Конрикс, ты один. Что вы сделаете? Я в метке. На мне тоже метка. Смотрите сами. Блин, ну минус 4, 20 кинов, зашибись там. Ну можно экстрему резнуть, инвент резнуть. Не, ну, не надо. Сенсимилия умер, надо бэрить Сенсимилию. Бэр есть? Я развезу. Сколько процентов? Сейчас заткнитесь, Виталик, резни Сенсимилию. Кто это же жив? У вас шанс разбивать. Я в звезде, звезду. Танк есть? Танк. Топад. Нет танка. Метки умерли. Я ж повесил звезду на себя. Бля, это пиздец. Это фиаско. Вы на прикол? Погибни! Хорош. Удел смертных! Удел смертных! Что там, Сенсимиль, я просто не добежал? Не, я ему... Ему фридом не дали, все. Я давал фридом. Не, на нем не было, я сам видел, как он медленно бегал. Так и было, блядь. Беда так, блядь. Да почему Анардо не дал фридом? Я в склепе был. Ага. Ты мог бы ему заранее дать? Это трудно. Но я, по-моему, давал. Ну да, спасибо.
пожалуйста. Он сдох от второй вспышки. Сейчас захожу. Он же не от первой вспышки сдох, а от второй. Я сбой. Я чем-то не сейчас. Че? Ты кому сейчас говорил? Не знаю, я вообще говорю, типа он добежал, он не увернулся просто. Никис, ну-ка расскажи им. Весело. Это обычный лаг... рейд после анбафа. Инвин, ты лагаешь или нет? Я? Да. Нет. А что ты не отбежал? Ты я отбежал. Да, как он отбежал? Да я в принципе отбежал, меня не убил, я просто по дыханию попал, посередине побежал, надо было назад. Ладно, давайте рыситесь быстрее, подходите там. Ничего страшного не случилось. Просто задержались на... Сколько там? На 10 минут. Сейчас зайду в аркачку. Вроде все, накинул, попадал. А Кордоби накинул? Кому? Кордоба. Кордоби не. Он же тоже вроде упал. Ну ты кап не дал, вот и упал. Блин, тогда я еще 100 гп заслуживаю. Ну, в принципе, да. Печально. Ваня, ты тут? Блять, без чайника, да, пьешь, там